Renault Triber преподнесен как первый в мире автомобиль, разработанный специально для индийского рынка. Новинка построена на базе бюджетного хэтчбека Renault Kwid. В результате получилась довольно-таки высокая, но компактная машина. При длине менее 4 метров Triber попадает в Индии в льготную налоговую категорию. Колесная база и дорожный просвет подошли бы кроссоверу покрупнее, но Triber — это компакт-вэн с 7-местным салоном. В зависимости от конфигурации кресел объем багажника варьируется в фантастическом диапазоне. Понятно, что с третьим рядом сидений места для поклажи почти не останется. Зато индивидуальные дефлекторы вентиляции есть на трех рядах сидений. Трехцилиндровый бензиновый мотор такой же, как у Renault Kwid. Продажи в Индии начнутся уже летом по цене примерно от 500 000 рублей. Компания Kia впервые выходит на рынок Индии и сразу с новой глобальной моделью – Kia Seltos. Точные габариты новинки пока не раскрыты, но известно, что Seltos будет чуть крупнее Hyundai Creta и разделят с ней техническую начинку. В Индии предложат два специфических бензиновых мотора и один дизель. Глобальная же линейка двигателей от индийской отличается, но характеристики известны пока только для Кореи. Это 2-литровый атмосферник, турбомотор 1.4 и дизель 1.6. Коробок целых 5. Это 6-ступенчатый механика и автомат, 7-диапазонный робот с 2 сцеплениями и вариатор. В Россию Seltos наверняка приедет полноприводным, но пока Kia анонсирует только передний привод. Выпускать Seltos будут в Индии и Корее. Продажи начнутся в августе, а в следующем году паркетник дебютирует в России.